Нам сегодня предстоит большое путешествие в прошлое, на тысячу лет назад, из города Изяславль, который мы хорошенько посмотрим. Будем двигаться в обратном направлении. Путь будет километров 25-27. И что будет дальше? Ну что, вот этот поезд, на котором мы приехали к месту старта, и уходит. Ты знаешь, далеко, и не пришлось нам бежать. Первая достопримечательность. Смотри, какое-то историко-культурная каштовность, хата завозников. И тут еще какие-то штуки. Дизельный руховик. Еще какое-то старинное здание, в общем. Ага, а вот там, видишь, далеко-далеко церковь, туда мы бежим. Церковь стоит на каком-то большом валу, но как к нему подобраться? Я побежал какими-то проселками. Можно запросто завалиться. Не знаю, куда мы выбежим. Какая-то протекает речушка. Совсем близко подобрались. На высокой горе никакой нету ни тропинки, но будем карабкаться. Удивительно. Но подобраться к историческому памятнику с этой стороны просто так не получится. Знаешь, что приходится хвататься за траву руками, потому что вся эта откос, поросший травой, мокро все, вырвались. Вау. Мы здесь, вот откуда это пришлось добираться. Фу, смотри, царю-освободителю 1861-50-й, 1911 год, 19 февраля, благодарные крестьяне Юрьевской волости. И здесь вот такой еще какой-то памятник. А вот здесь это каменный крест. Да, этот каменный крест, и это Спасо-Преображенская церковь 1570 года постройки. Она вот здесь в окружении такого крепостного вала. Бежим дальше. А это костел Рождества Девы Марии, 1774 год постройки, и совсем рядом. Что ты хочешь? Древний город Изяславль, и здесь много-много таких невероятных достопримечательностей. Ну и что? Памятник археологии, городище, охраняется государством. Ну, бежим еще, посмотрим, что же это такое. Да, еще один памятник. Тысяча лет православной церкви на Беларуси, 992. И все это в окружении вот такого большого вала крепостного. Бодаться будем или не будем? Не, не будем. Так, теперь наш путь лежит вот туда. Конец этого городка. Там виднеется лес, и через лес совершенно новое место. Ух ты! А тут река. Местность до такой степени пересеченная. Спускаемся то вниз, то поднимаемся вверх, и это бесконечная огромная вот эта гребенка земной поверхности. Еще одна крошечная деревенька с покосившимися домами.
Ну что, вот мы и на подступах к городу, на окраинах. Наше большое путешествие из тысячелетней истории, из древнего Изяславля, в столицу, завершается. Было много всего интересного, необычный формат. Увидели столько всего. Классно, живи ярко. До следующей встречи. Все будет классно и хорошо. Пока-пока-пока.